Ну что, ребяточки, всем привет, собственно, я Сав, подедрю в преддверии обновы, ребяточки. Сегодня буду апать 800 трофеев на воробушке, ребятки, на карте опасный утес, потому что, как вы знаете, Эндрю создал здесь мету воронов, и здесь одни вороны, короче, вот ребзи. И воронов очень легко апать, поэтому буду пробовать апать, ребятки, даже выше, чем 26 ранг, поэтому ребзи, let's go. Так вот, ребзи, let's go. Просто у меня один знакомый, один друг, он уже апнул на вороне, у него было 800. Он апнул там за пару часов 900 трофеев, ребзи. Реально, он сказал, что это реально легко. Поэтому, ребзи, ждите. Буду кроме 800 еще апать. Так. Так. Ну, тут большинство таких темных воронов. Так, ну надо их всех выносить. С ворона надо их всех выносить. Окей. Надо их всех выносить, потому что... Вот, у нас как раз три ворона уже. Надо их всех... Надо приматов выносить, приматов. Приматов надо выносить. Приматов надо выносить, ребятки. Да, выключил пока звук игры. В общем-то, да. Да, типа вот подписчики Эндрю, типа вот такой смайлик должны кидать в утребзи, поэтому изи, изи на самом деле, уже 783, у меня было 724, то есть я за полчаса, считай, апнул 780 в утребзи, поэтому неплохо. Да, ребзи. Блин, надеюсь, что сейчас займем 2 топ-1, и все, и будет 800, и после того, и ребзи, буду сегодня еще пушить 900 и 1000, ждите, да. Ну, хотя бы после 800 попробую хотя бы 850, там, 900, посмотрим. Я буду играть прям до вечера, ребзи, надеюсь, получится апнуть. Возможно, ну, на 1000 не знаю, конечно, но многие апают. Тут Эндрю пытался 35, вообще изи, на самом деле, было. Так. Так, так. Так, надо здесь меня крыть. Не будет. Опа. А я его забираю. Так, давайте Джина. Джина. Так. Да пошел-ка ты. Нафиг. Ладно, все. Блин, ну походу все. Да. Ну ладно, зато хотя бы тут два ребзи. Нормально. 791, блин, ребзи. Остается всего лишь один топ-1. А-а-а, блин. Ну, ребзи, я говорю, одни вороны просто мета. Это реально мета-кроу, ребзи, поэтому ждите. Кроме 800, буду пробовать апать 850 и 900, ребятки, ждите. Если реально, блядь, все будет получаться, то, ребзи, возможно, даже... я не знаю, если бы я смог косарь, я бы, наверное, офигел бы, ребзи. Ну, реально, 1000 апнуть. Но многие здесь реально апают 1000 на вороне, и реально легко. Вот, ребзи, поэтому... Ну, это легче, чем просто апать другого бойца. Ну, здесь именно... Ну, здесь метаворон на этой карте, метаворон. Ух, ребзи, надеюсь, сейчас топ-1 займем с вами, апнем 800. Я потом еще буду играть, ребзи, я буду апать 850 и так далее. 900 тоже. Я, ну, по крайней мере, пытаться буду. Будут, конечно, крысы, но ничего. Будем стараться без крыс играть. Да. Точнее, с крысами будем сразу играть. Так. Так. Кто там? А, окей. Так, база. База, надо забрать базу. База надо забрать и замедлить. Да сори, сори, сори. Сори, я случайно. Эй! Крыса! Дизлайк показывает. Бля, нет! Закрысил! Какая же крыса, мразь, просто мразь! Ну ты же затимил, он просто, я таких ненавижу.
Типа из-за того... Просто, я не понимаю, почему мне тот ворон показывает дизлайк, потому... Хотя этого база убил не только он. Он, наверное, поставил дизлайки, потому что, типа, я его банки забрал, вот, из-за этого. Ну, как, типа его, типа его. Типа он хотел себе банки, хотя, блин, это, считай, мои банки тоже. Ладно, окей. Не обессудьте, 787, не особо большая разница. Я пока заберу. Так. Так, давай-ка, давай-ка. Я пока вот эту заберу. Окей. Так, ладно, окей. Если я заметил поднял, останется 3 куку. Ладно. Еще 2 карточки, окей. А то подольше ролик будет идти. И не придется что-нибудь там вставлять в конце, вот. И растягивать видосик. Так. Ну, отлично. Блин, жалко, что тут ворон закрылся. Ладно, окей. Я постараюсь оставить 800 ребзи, но если реально... Я же не говорю, что это прям так легко, как, я не знаю, как там 100 кубов. Нет, это, конечно, сложновато, много крыс. Но это легче, чем просто, типа... Чем я полшейли, например. Но ты пидор! Крыса вонючая. Ну чё его Мортис не заберет? Он может это сделать. Хорош. Какой-то кроу снес примата. Просто стю надо долбить. Стю это вообще... Это дерьмо для нас. Для всех. Пошел ты нахер. Собак. Что? Здесь был примат все это время. Здесь был примат. Стю тимился с прима. Я впервые такой вижу, чтобы стю тимился с прима на самом деле. Но вы серьезно? Какой смысл стю будет тимиться с приматом? Я не понимаю. Я понимаю смысл там, если... Ну, у него было бы банок 20. Да. О, хорош! Просто шелли. Хорош. Давай, давай. Так, давай-ка забирай. Давай-ка, ну давай, все. Ладно, я. Ну, челик хорош. Вот. Чувачок нормально попался, репти. Топ-1 все-таки, да. Я думал, не получится. Кстати, вот. Один, со мной один игрок играл, вот, у него 900 было, сейчас у него, наверное, 930 уже, 929, ребзи, у него было 900, это, он, считай, поднял за сколько? За 20 минут плюс 28 кубков, ну, знаете, это неплохо, ребятки. Я, конечно, просто, я сейчас 800, когда апнул, ребзи, я отойду, у меня там будет одно дело, ребзи, и, типа, я апну 800, и мне придется отойти там на часик. То есть я буквально сейчас вот час 24, если я сейчас апну 800, я закончу ролик, и где-то часа в 3 я продолжу играть. И играть буду до 23, я прям реально буду задрочить на ворне. Надеюсь, получится, потому что не апл. Можно мне? Ну, я понимаю, что я банку забрал, ну, блин, ну, как бы я не этот... Не виноват. Ладно, надо хотя бы 4 занять, блин, ребзи. Это будет 800, это мой, я не знаю, какой 26 уже будет. Но это круто. Я очень хочу на Великосар, потому что... Мне все равно, что это метовый персонаж. Вы еще будете... Ну, и будут ныть в комментариях, что... Ой, ты апаешь мету. Типа на этой карте ворон меты. Типа ютубер создал там популярный. Ну, йоу. И что? Я пытался апнуть его 8 бита со второй жизни. 8 бита. Апнул максимум 900. Вот тогда это прям было вообще... Досадок. У многих он уже 30 ранга, вот. У моих друзей и так далее. У меня нет. И себя у меня капец как расстроен. Вот, поэтому... Надеюсь, хотя бы ворона получится на 30-й. Папать. Но он тут нету. Эндрю пытался, он тут апал 33-й ранг вообще на изи. И даже с золотым скином. Блин, баз, конечно, вообще... Базу надо сразу брать. Базу сразу надо брать. Блин. Ах ты тварь на этом, на джине. Макака на джине. Так. Ладно. Ну, вот видите, тут не так сложно, как за другие меты играть. Заворно, конечно, крысы есть, но, блин. Сейчас, когда вот будет после 800 порог, 850, там одни будут они. Ну, капец, би тварь, вот она не может взять и джин. Вот он еще дизлайк показывает. Она что, не может... Так, мне кажется, джин закрысит ее. Серьезно? Сейчас он ультанет. Но я не буду своего братка крысить. Я все-таки не крыса, чтобы крысить. Твою же. Хотя я могу топ-3 занять, я могу. Это мне выгодно. Но нет, я не буду, я честный. Я стараюсь не крысить.
Ну, я его не закрысил, видите, он сам умер там, но я не мог ничего сделать. Но они просто затимились с этим, поэтому ладно. Ладно, Ребзи, главная цель выполнена, то, что 800 трофеев на воробушке. Найс. Но это не конец, я пойду дальше, Ребзи, я буду дальше его апать. Ждите просто, это не конец, если я повторяюсь, если в течение, ну я сейчас отойду, если я потом вообще почувствую то, что 900 там нормально идет, то ждите стрим, буду апать. Косарик. Все, ребятки, всем удачи, всем пока-пока.